Приветствую всех на своей странице, приветствую всех на своем канале. Наверное, многие видели, многие, может, не видели, что я вернулся в Оркли, и я тут начал зарабатывать деньги. Ну, вот сумму вы видите. И что произошло у моих партнеров, которые тоже присоединились ко мне. Не у всех, не все начали заниматься, но тем не менее, некоторые уже начали заниматься и начали получать свои первые деньги. То есть, вот у меня присоединился человек Виктор Клышко. Я могу зайти в его кабинет. И я вижу, что его доход составил 6000 рублей. Вот заявочки, которые он делал. То есть и до сих пор продолжает делать. Он сейчас, я так понял, набирает водителей, рассылает заявки в сети Mobil. Что же это вот за сайт такой? Это сайт, где можно официально зарабатывать, официально получать деньги. То есть не все люди это сделали. Давайте вот к Дмитрию зайдем, посмотрим. Вот. У него тоже 2000 рублей. 2000 рублей. Сколько он заплатил? Да я думаю, нисколько здесь люди не платят. Здесь людям платят за их какие-то действия. Вот даже Мария Соловьева зарегистрировалась тоже совсем недавно. Вот вы можете посмотреть, когда человек был, заработал 1000 рублей. Как можно первоначально заработать на этом, вот на всем? То есть как, после регистрации на сайте Workl вы можете заказать себе дебетовые карты. Дебетовые карты, на которые вам будут начисляться ваши деньги. Сейчас я покажу именно, что это за такие дебетовые карты. Вот, быстрый вывод средств называется. В банковское дело заходите. И вы можете посмотреть. То есть здесь все официально. Здесь 13% вот эти налоги все платятся, когда вы работаете. И чтобы заработать, например, 1400 рублей, вам достаточно зарегистрироваться и заказать вот эти дебетовые карты. То есть за Рокетбанк карту вам заплатят 1400. 400 рублей, и за Альфа-банк карту за заказ вам заплатят 1100 рублей. Платят банки, обязательно смотрите подробнее, что нужно сделать. Ну, вам просто нужно зарегистрироваться на сайте Workl, заказать две этих карты. Будете пользоваться, не будете. 0 рублей годовое обслуживание и 0 рублей годовое обслуживание. То есть заходите, заказываете 2500, подтверждаете, получаете эти карты. У вас получается в течение 7 дней, по-моему, идет от 7 до 15 дней подтверждения. После этого вы указываете в настройках свои данные, куда вам деньги эти перечислять. И вы здесь уже начинаете зарабатывать вот 1100 рублей и 1400 рублей. После определенных действий вам зачислят на вашу же карту, которую вы заказали лично для себя. Также вы можете здесь рекомендовать карты рассрочки. Если у вас есть такие родные, знакомые, можете, кстати, себе заказывать, если вам так нужно вот карту рассрочки получить. Здесь тоже платится за заказ этих карт до 2200 рублей. Например, карта Совес, Совкомбанк, 1401 рубль, на Хомкредитбанк, Русский Стандарт. Если у вас есть какие-то тоже знакомые, хотят кредит взять, тоже можете предложить им свои услуги, либо предложить, чтобы они зарегистрировались под вас, и при заказе, например, кредитной карты от Альфа-банка, они смогут получить 2150 рублей. А если вы закажете им эту карту, соответственно, вы получите до 2150 рублей. Все просто, все легко. Если у ваших знакомых есть автомобили, здесь вы можете для своих знакомых легко и просто оформлять электронные ОСАГО. Здесь просто Клондайк для тех, кто хочет заработать в интернете на услугах, на каких-то, на предоставление услуг и на предоставление своих возможностей, которые вы можете представить там своим знакомым. Если ваши знакомые собрались
куда-то в туристическую поездку, вы тоже можете здесь предложить им какой-либо пакетный тур. Если ваши знакомые летают на самолетах, соответственно, вы им по выгодным ценам можете заказать билеты. Билеты, куда вам нужно или куда им нужно. То есть здесь по доступным ценам в режиме реального времени вы это все можете заказать и заработать на этом деньги. Если вы еще не зарегистрированы на Oracle, ссылка под этим видео. Если вы желаете приобрести карту, например, дебетовая, она вам очень нужна, Rocket Bank, либо Альфа Банка, дебетовая без обслуживания годового, то ссылки на эти карты тоже будут под этим видео. На этом заканчиваю. Всем большой привет!